אז אני פשוט רוצה להביא כמה שיעורים. פרשת שבוע. משה, אהרון, בנים של אהרון. כבר בנו את המשכן. והם לומדים איך לעשות את ולהקריב קורבנות. והם מביאים לשם ומכניסים את כל הקורבנות עם כל הפחד אם אלוהים יקבל או לא יקבל. והנה לפני דקה משה קרא לנו מפרק 9, 10 פסוקים הראשונים מויקרא לוויט. לוויט? מפרק 9, 10 פסוקים הראשונים. והנה אהרון ומשה מביאים את האייל ומביאים את הכבשים ומקריבים אותם. כל העם, כל העם מסתכל עליהם. והם מסתכלים מה יקרה שם. ואני רוצה לקרוא שני פסוקים האחרונים מפרק 9. ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד אדוני אל כל העם. אהרון, מויסей אהרון вошли в шатер встречи, и выйдя оттуда благословили весь народ, и всему народу явилась слава Господня. ותצא אש מלפני אדוני, ותוכל על המזבח את העולה, ואת החלבים, וירא כל העם, וירנו, ויפלו על פניהם. Огонь, пришедший от Господа, поглотил все всесожжение, и жир на жертвеннике, увидев это весь народ, издал ликующий крик и пал ниц. Анахну руим, ша Адонай кибелета курбан. И вот мы видим, как Бог принимает жертву. Эх анахну юдим, ша Адонай кибелета курбан. Как мы можем быть уверены, что Он действительно принял жертву? Анахну раину по, эш ба мимено. Так мы видим, что огонь сошел от него. והם ראו ממש נס. И они увидели чудо. שאלה שלי. Вопрос у меня. ואם אש לא היה יוצא. А если бы не пришел огонь? ואדוני לא היה מקבל את הקורבן. И если бы Бог не принял жертву? בעיה. Тогда у нас проблема. את כל העבודה, עבודה, עבודה, יראת אדוני, והוא לא קיבל פשוט. Вот старались, работали, боялись Бога, а он не принял. אני רוצה להגיד ש... מה שאנחנו קוראים בפסוקים האלו, כל הזמן יש מתח. יקבל, לא יקבל, יקבל, לא יקבל. אתם יודעים, זה כל הקטע של קורבנות בתורה. זה יקבל או לא יקבל? והנה אנחנו רואים משהו הפוך לגמרי בברית החדשה. אנחנו רואים במיוחד באיגרת אל העברים, וכתוב, הכהן שלנו לא כמו כהנים האלו. הוא מושלם. והקורבן שהוא מביא זה לא קורבן שהם מביאים. אלה היא גם מושלמת. והוא תמיד מקבל, אלוהים תמיד מקבל אותה. אתם מבינים את ההבדל? עם ישראל עד עכשיו לא תופס בגדולה מה יש לנו. До сих пор, по большому счету, народ Израиля не понял, что у нас есть. Бегадоль, акшав, лиам Израиль, бихлалин, курбан, вен, коген, агадоль. У народа Израиля в целом сейчас нет ни священника и нет жертвы. Авалафилу, в
שהוא כן היה. הם היו בחוסר ודאות, לא ידעו. יקבל, לא יקבל, יקבל, לא יקבל את הקורבן. אלוהים. Они пребывали в неведении, что же произойдет, примет Бог жертву или не примет. Хесед гадоль нитан лану мишамаем. Нам дана великая благодать, великая милость с небес. Еш лану когена гадоль Иешуа. У нас есть великий первосвященник Иешуа. Анахну ло тлуим ютер бамишкан ше омед ба Иерушалаем о ло омед. И мы не зависим от того, есть ли физический храм в Иерусалиме или его... Ки анахну куляну шаяхим ле мишкан шмими. Небесный. Поскольку мы принадлежим сейчас храму небесному. ובוודאות אנחנו גם יודעים שהקורבן שניתן עבורנו אלוהים כבר קיבל. И мы с уверенностью знаем, что та жертва, которая была отдана за нас, она была действительно принята Богом. אני חושב שאתם אפילו לא שמעתם אותי, לא יודע, לא שמעתם? Вы не услышали меня. זה מתנה ענקית. Это колоссальный дар. Ки им Элухим кибел это курбан шелану. Потому что если Бог принял нашу жертву. Аз еш браха муфтехет. То есть у нас обещанное благословение. Аз им ло яду. Иварех, ло иварех. Икабел, ло икабел. Тогда они не знали, примет Бог или не примет. Благословит их или не благословит. Кан анахну руим, ше им анахну маскимим. Ше курбан шел Иешуа. זה גם אנחנו השתתפנו בו. אז... И сейчас, если только мы согласны с тем, что была принесена жертва Иешуа, и мы соучастники этой жертвы, אז אנחנו עלולים לקבל ברכה. Тогда мы получаем благословение. בגלל זה כל כך חשוב להשתתף בסעודת האדון כשנותנים אותה. Поэтому очень важно принимать участие в причастии, если... כי ישוע אז אמר על 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 לחם ועל היין ואמר מי שאוכל ממני משתתף בקורבן הזה. И Иешуа говорил о хлебе и о вине, что тот, кто ест хлеб и вино, причастие, он ест плоть и кровь Иешуа, и он участвует в его жертве. וכלומר, אתה פשוט עומד, ואם אתה מאמין במה שאתה עושה, אין סיכוי שאתה לא תקבל ברכה. И таким образом, если мы верим, что мы участвуем в этом, то и мы действительно в этом участвуем, то нет шансов, что мы получим благословение. אוקיי, זה שיעור ראשון. Итак, это был первый урок. הקורבן שלנו מתקבל תמיד. Который говорит, наша жертва всегда принимается. Вета, את רוצה מים? שיעור שני. בפרק 10 יש סיפור על נדב ואביעוד. שניהם בנים של אהרון. הם נכנסים פנימה. וכתוב, מביאים אש זרה. ומכה והם נופנים ומתים. מי זוכר את הסיפור הזה? אתם יודעים, יש מלא פרשנות על הקטע הזו. אבל פרשנות מאוד מעניינת מביא מישהו מחזל, מהחכמי ישראל. Очень интересное толкование дает один из израильских мудрецов. והוא אומר, он говорит следующее. אש זרה הייתה זרה בזה. Чуждый огонь, его чуждость заключалась в следующем. לא בכל התרביב של כל הקטורת הזה. Не в том, что смесь, которая горела, была не того качества и не того... הוא אומר, אני בטוח שהיא הייתה אותה כמו שמשה ציווה להם. Он говорит, я уверен, что состав, пропорции были именно те, которые заповедовал Моисей. Эле бегляль ше медлико та бе ацмам. Проблема заключалась в том, что они самолично запалили этот огонь. Лифней
ממש לפני שנייה אנחנו קראנו שאש ירדה משמיים והדליקה את כל הקורבן. До этого мы читали о том, что огонь сходил с неба, и он поджигал жертву. והפרשן הזה אומר, הם היו פשוט צריכים לקחת אש הזה שירד משמיים ולהדליק את הקטורת. Толкователь данный говорит, что они должны были взять именно от того огня, сошедшего с небес, и от него поджечь смесь, которая должна была гореть. אבל במקום זה הם פשוט עשו והדליקו את זה בעצמם. Но вместо этого они подожгли ее сами. כלומר, הסתמכו על מעשה ידיכם. Иными словами, они больше полагались на дела собственных рук. אתם יודעים, כשאני קראתי את הפרשנות הזה מהרבנים, когда я прочитал это толкование у раввинов, אני חשבתי, וואו, בדרך כלל הם עושים פרשנות לגמרי הפוכה. Я сказал себе, ну надо же, обычно они дают противоположное толкование. יש לדוגמה פרשנות כזה. Например, толкование следующего содержания. יש איזשהו ויכוח בין הרבנים. Вот спорят несколько раввинов. ועל זה כתוב בהרבה דוגמאות. Есть множество примеров, говорящих об этом. ופתאום כל משמיים בא ואומר, כך וכך תעשו. И вот они разговаривают, но вдруг слышит голос с небес, который говорит им, делайте так, и так, и так. ורבנים אומרים, מה פתאום, אתה שם בשמיים, ואנחנו פה בארץ, אנחנו מחליטים איך שנכון. Они в ответ, ну конечно, ты там на небесах, а мы-то здесь на земле, нам лучше видно, как нужно правильно сделать. אבל כאן הם נותנים פרשנות דווקא הפוכה, כמו שאמרתי. Но в случае, который я только что привел, до этого привел, они дали противоположное толкование. למה לא לקחתם אש משמיים? Рабин говорит, почему не взяли они огонь, сошедший с небес? זה בדיוק מה שישוע מנסה להביא לנו כל הזמן בברית החדשה וגם שליחים. Это именно то послание, которое постоянно подчеркивает Иешуа и в Евангелиях, и в посланиях учеников. שם כתוב, תסתמכו על מה שאלוהים נותן. И там говорится, доверьтесь тому, что дает вам Бог. קודם כל תסתכלו בכל דבר מה שקורה מסביבכם יד אלוהים, אחר כך תראו שם יד של הבן אדם. Во-первых, оглянитесь вокруг и увидите там руку Божью в первую очередь, и потом уже руку человеческую. לדוגמה, например, אתם הולכים לרופא. Вы идете к врачу. אתם חליתם. Заболели. ואתם הולכים לרופא. Отправились к доктору. והוא נותן לכם תרופה. И он дает вам лекарство. וזה עזר. И помогло. ואתם אומרים, וואו, איזה רופא טוב יש לי. И вы говорите, какой замечательный у меня врач. אז זה נכון או לא נכון? Правильно или нет? חלק. חלק. כי גם הרופא הזה מאלוהים ונתן לו חוכמה לתת לך רפואה. Правильно, но лишь отчасти, поскольку Бог дал мудрость этому доктору дать вам правильное лекарство. А ты мне дима, не Миша Хайкин, персем по Facebook, битуим шел Уинстон Черчилль. Вы знаете, в Фейсбуке Миша Хайкин недавно опубликовал выражение от Уинстона Черчилля. ВУ умер каха. И вот Черчилль говорит следующее. Биглял спорт и гатели гиль тишим. Благодаря тому, что я занимался спортом. Омар, библиал спорт. Благодаря спорту я дожил до 90 лет. Ах, памлю, и что так не во спорт. Именно потому, что никогда не занимался спортом. Кломар, умер каха. Итак, он говорит следующее. Ми Елухим, коля шаним шили. Все мои годы дал мне Бог. זה עוזר, וזה עוזר, וזה עוזר. או זה יכול לקלקל, או זה יכול לקלקל, או זה יכול לקלקל. רק הוא שיושב בשמיים ומסתכל עליך, הוא קובע בשבילך. וכאן אנחנו רואים את המחשבה הזאת. И в этом отрывке Писания мы тоже видим эту же самую. Хевре, ты стаклю яд Адонай баколь эт ва эт. Люди, друзья, посмотрите на руку Божью, где вы ее видите, и здесь, и здесь. Им зе ба бешенит ме бен адам, о ме мишу,
беседер гамур, аваль кодем колу. И если помощь к вам пришла через человека какого-либо, это все замечательно и чудесно, но в первую очередь, первый, как бы, первоисточник помощи – это Бог. Вы ти дули йот бегодая элав. И научитесь быть благодарными Ему. Аз есть симха бехаехем. И таким образом у вас будет радость. Аваль им анахну рах мистаклим маасе адам маасе яд. Но если мы смотрим лишь на дело рук человеческих, אז אנחנו עלולים להיפגש עם כישלון גדולה. כישלון, разочарование. גדול? עם כישלון גדול. Нас постигнет великое разочарование. וזה מה שקרה עם נדב ואביהוד. למה לו לקחת אש מזה שירד משמיים? Ну почему бы им не подождать чуть-чуть и не взять? Ло, а я еш квар, а я ла мизбех еш. Огонь-то уже сошел с небес. Лама, лама царих. Не взять от огня жертвенника. Лама царих луци гафрурим велатхил ладжить это мехадаш. Спички доставать и черкать и зажигать заново. Адив байрат Адонай. Лучше было бы пребывать. Лакахат мишама. И взять с жертвенника огонь. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד משהו. Я думаю, мы должны чему-то научиться здесь. אנחנו צריכים ללמוד לראות בתוך חיינו פשוט שרשרת. Научиться видеть в нашей жизни цепи. מעשי אדוני. События, цепи действий Бога. ולהגיד אלוהים תודה לך. И говорить благодарю тебя. אז ירבה חוכמה. בחיינו. אז אנחנו נראה שהוא מדריך אותנו לאיזשהו מקום. איפה שאנחנו יכולים להגיד כמו אבותינו, עשיתי את חיי לפני אדוני במלואו. Он приведет нас к такому месту в нашей жизни, когда мы сможем сказать вместе с нашими праотцами, вот я прожил жизнь, я достиг, и слава Богу за это. Окей, עוד שיעור קצר. Еще один короткий урок. אנחנו רואים שאחרי שהמות של נדב ואביהוד קרה, мы видим после того, как Надав и Авиуд скончались, Моше омер милим. Маше говорит следующие слова. בבקשה, תפתחו את כתבי קודש, פרק 10. Вместе откроем Писание 10. פסוק 3. Третий стих. У Амар. Он говорит. ויומר משה לאהרון, הוא אשר דיבר אדוני לומר, בקרובי אקדש, ועל פני כל העם יקבד הידם האהרון. יקבד וידום אהרון, סליחה, וידום אהרון. Моисей говорит Аарону следующие слова. Вот об этом и говорит Господь. На тех, кто приближается ко мне, освящусь. И Аарон стоял и молчал. Эле ше миткарвим элай, они иткадеш бетухам, о даркам. Те, которые приближаются ко мне, я буду освящен в них. Масот умер. Я освящу их. תסתכלו, יש כאן משמעות משיחית גדולה מאוד. הנה נדב ואביהוד. אנשים מאוד מיוחדים. ופתאום הם נופלים ומתים. כאילו הם הפכו להיות קורבן. וכאילו המקום בית אדוני התקדש בגללם. Мешкан, святилище Божие стало освященным благодаря этой смерти. Лама махшива азот хашува. Почему такая мысль важна? Кизе мамаш невуаль Машиах. Потому что это пророчество о Мессии. Ми ая ахи микурав ле Элохим? Надав и Авиуд? Ло. Кто был ближе всего к Богу, Надав и Авиуд? Корим аль Иешуа, бни яхиди, отха яладитиха. Именно о Иешуа говорится, Бог сам говорит, вот мой сын, вот я его родил. Уая ахи каров элав. Он был изначально ближе всего. Ва Иешуа отсмо, помимо работы, я умер давар казе. И множество раз
12, сам Иешуа говорит именно эту же самую мысль. Шетарос этот Мигдаш азе бешлуша ямим яким ото. Что храм будет разрушен в течение трех дней, он будет разрушен. Ведибер аль гуфо. Он говорил о собственном теле. Кломар, уа ями куравле Элохим. Иными словами, он был настолько близок к Богу. Векше у мет, векам летхия. И когда он умер и воскрес. Баэцем ката капара. Была жертва. Шекича отану. Которая осветила нас. Васа отану рауим ле Элохим. И сделала нас благоугодными Богу. Надав и Авиуд, им нафлю. Надав и Авиуд. Выкичу это маком азе. Упали замертвы и осветили таким образом. Авалим анахну мааминим бабрита хадаша ве мааминим ше анахну бейт Адонай, о анахну баэцем мигдаш Адонай. Итак, если мы верим Новому Завету и верим в то, что мы сами становимся храмом Божьим. Аз курбан шел Иешуа Машиах. Таким образом, жертва Иешуа Мессия Микадешет, отану. Анахну вхим льет рауим ло. Мы становимся угодными ему. Альзе Шауль умер. Об этом говорил и апостол. Анахну мацот. Мы подобны маце. Ве у Песах шелану, ки Машиах мет авурейну. И он наш Песах, потому что Мессия умер за нас. От Махшива. Еще одна мысль. Перек 11. 11 глава. Кан еш хезбер арох аль кашрут. Здесь мы видим длинное объяснение по поводу кашрута. Зе кашер ве зе ло кашер, зе мутар ве зе асур. Это можно, это нельзя, это кашерно, это не кашерно. Рабим хошима штуют. И многие, глядя на этот перечень, говорят, все это ерунда. Они афилу шамати кама анашим шемифаршим бабрита хадаша ше ишуа бетель это кашрут. Некоторые люди говорят, дают такое толкование, что в Новом Завете Иешуа отменил всякий кашрут. Не рутили агид, Иешуа в памлю бетель это кашрут. Я вам хочу сказать, что Иешуа никогда не отменял кашрут. Уая кашер миаль кулам. Он был самым кашерным из всех. Вишамар это кашрут, вегам талмидав. И он и его ученики все соблюдали кашрут. Легуим, эле шегаим, гарим мехуц ле Исраэль. Для неевреев, живущих вне Израиля. Эйн цорех лишмор кашрут, аль зе анахну курим ба масе ашлихим. Нет необходимости соблюдать кашрут, и мы об этом читаем в посту. Аваль эле ше ицтарфу ле Исраэль, ве анахну хаим бифним, бетох. Но те люди, которые присоединились к народу Израиля, и те, кто живет внутри страны Израиля. Карту, итхабартем, тию Исраэль. Написано о них, вы присоединились, вы стали все אז תשמרו. אבל שאלה למה? האם אני לא אשמור, אני אלך לגיהינום? בטח שלא. כשרות זה לא בשביל שמיים או גיהינום. אבל זה עניין של צייתנות. подчинение. או כבוד. Или воздаяние славы. Им они нутен кого для мишуши мейлай. Если я воздаю славу, почет тому, кто выше меня. Босс шили амарли шмур кашрут. Например, мой начальник мне сказал, соблюдай кашрут. Аз им они шумерадзе. Если я его соблюдаю. Зе маре маеш бетох либи. Это показывает, что есть внутри моего сердца. Атем шумим ути? Вы слышите меня? Акшав они рутели азбир месер. איזה מסר אלוהים מוסר לנו דרך המסר הזה לכשרות? Я хочу сейчас объяснить, какое послание дает нам Бог через идею о кашруте. יש עניין של הבדלה. Есть такое понятие разделение. להבדיל בין שחור ובין לבן. Мы различаем вот это черное, а вот это белое. על זה כתוב בכתבי קודש, יש אור ויש חושך. בפסוקים написано, есть свет и есть тьма. יש יום ויש לילה. Есть ночь. יש מים. Есть вода. ויש יבשה. Есть суша. יש גבר. Есть мужчина. יש אישה. כל הזמן משהו עם הבדלה.
Все время есть различие, разделение между одним и другим. Есть Ам Исраэль. Есть народ Израиля. Вы есть Амим. И есть другие народы. ופה אנחנו צריכים להבין משהו. אבל тут нам нужно нечто понять. אלוהים בחר עם ישראל. Бог избрал народ Израиля. ועשה אותו ככלי בידי של אלוהים. И сделал его инструментом в руках Божьих. והוא אמר, אתם צריכים להיות שונים מכולכם. Он сказал, вы должны отличаться от всех других. תלבשו קצת אחרת. Одевайтесь немножко иначе. תשתמשו באוכל שונה קצת. немножко другую пищу. שמרו שבת במקום שלישי. Соблюдайте субботу, а не третий день недели, например. למה? Почему? כי זה רק תומך במה שיש בפנים. Потому что все это подчеркивает и как бы акцентирует, усугубляет, можно сказать, то, что есть внутри нас. אבל מה שבתוכנו זה מה שחשוב. На самом деле важно то, что внутри нас. ומה יש בפנים? А что внутри нас? יש קשר איתו. Это связь с Богом. ויש משהו עקרוני. Есть что-то принципиальное. ודברים מסביב הם פשוט תומכים. И то, что вокруг нас, внешние вещи, они лишь поддерживают, укрепляют. אבל אם אתה תהיה בן אדם זבל ותשמור את הכשרות, אז אתה תהיה זבל. Но если ты человек ужасный, плохой, то и при этом ты соблюдаешь кашрут, то кашрут не сделает тебя хорошим человеком. Има та бенадам зифт, вата питом шумер шаббат, вата мумер ине каха ани ани ловеш талит, ве шумер шаббат, ата эфес. Клюм. Если ты человек, ну, ноль. Ничто. Ничтожество. Но при этом ты соблюдаешь шаббат, одеваешь белую рубашку и при этом еще выпендриваешься и говоришь, ну вот посмотрите-ка на меня, какой я красавчик. Ну, ты не станешь от этого чем-то больше. Зе пахат шел дат. Это религиозный страх. Ве аль зе Иешуа дибер. И об этом говорил Иешуа. У амар аль тию кмо прушим. Он говорил, не будьте подобны фарисеям. Эле ше пашут марим эйха не лавуш яфе. Которые демонстрируют, насколько красиво они одеты. А тем цирхим ламод аля принцип. Вы должны понимать принцип. А тем цирхим ламод аля икарон. Вы должны стоять на определенных принципах. Майя икарон. И каковы же принципы? Мишу зухер икронот ми актувим. Каковы принципы писания? Кто помнит? Тагиду ли кама икронот аль манахну цирхим ламод? А? או יפה, כבד את אביך ואימך. יפה, עשרת הדברות, זה עקרונות. אבל תגידו לי עוד, כמה עקרונות עוד? אהבת את רעך כמוך, בסדר, יפה. עמיחי לא אומר את הפרינציפ, או אדם, מה דורש ממך אדוני? לעשות צדק, להיות איש של חוכמה ולהיות בן אדם ענב? Что требуется от тебя человек? Делать дела праведности, быть человеком смиренным и поступать рассудительно. Поступать рассудительно и мудро. Мы эти вот принципы монахну юдим. Какие еще принципы нам известны? Тагидули. Скажите, пожалуйста. Лави пирочил руах. Плоды духа, чтобы были в нашей жизни. Аз тишмор этха кашрут. И тогда и соблюдай кашрут. Аз эмиру шата ахла бен адам. И тогда люди увидят, что ты замечательный человек. Веешха сигнон хаим. И у тебя также стиль жизни. Ки ата шаях ли Исраэль. Таков, что ты относишься к народу Израиля. Вемила Исраэль. А кто же народ Израиля? Ам Элохим. Это Божий народ. לא להסתכל מהסוף, להסתכל מההתחלה קודם כל. То есть нужно не с конца начинать, а начинать сначала. אבל יש אנשים אומרים, למה? למה? למה שמת לי חלב לתוך קפה, אני כרגע אכלתי בשר? Есть люди, которые начинают впадать в истерику, если ему налили кофе, молока,
А он только что съел что-то мясное. Мы подхилим лашпиль это мельцар. Эх, это зыбель! И начинает обвинять официанта в ресторане. Ты ничтожество, как там так поступить? А там уцим имха это милим раот. И таким образом они ругаются на человека, оскверняя себя гнусными словами. Вы мари маешь балев беэмет. И таким образом демонстрирует, что же реально находится внутри сердца. Шум кашрут ли озер бы микрэ кэзэ? В этом случае никакой кашрут не поможет. Авал имата ор. Но если ты действительно являешься светом. Вы ата шумер зэ зэ вэ зэ. И ты слышишь, ты соблюдаешь и это, и это, и это. Аз ата увэх ли йот ор амити. Тогда ты настоящий свет. Аз еш при. Тогда есть плод. Арбаши шиурим кцарим ратити лаги лахэ. И было четыре коротких урока. דבר ראשון. נומר 1. מה דבר ראשון היה? מי זוכר? קודם כל להסתכל מעשי אלוהים בחיינו. אחר כך לראות את מה שאחרים עושים. שיעור שני. Урок номер 2. Мазут эш зара. Что есть чуждый огонь? Масей Адам. Это дела рук человеческих. Ты стаклюли мало. Посмотрите наверх. Ты стаклю аль Иешуа. Посмотрите на Иешуа. У шемикадеш отану. Он тот, кто освещает нас. Никуда шлишит. Третий пункт. Ма никуда шлишит. Какой был третий пункт? Беми куравай иткадеш. У микадеш отану. Анахну бета мигдаш. Он, Иешуа, освещает нас. И мы становимся его храмом. Вы никуда шлиши, ревит. И четвертый пункт. Кол ха авдалот зетов. Разделение это хорошо. А валькодым кол бифним царих льет принцип и корон. У нас были правильные принципы. Аз анахну баймет ор. И тогда мы действительно станем светом. В базе они рацели саем это лимон чирайом. בוא נעמוד לדקה, אני רוצה להתפלל. אבינו שבשמיים, אני יודע שבעצמנו קשה מאוד להיות מתאים לכל הדרישה שלך. Боже, я знаю, что нам своими собственными силами крайне сложно быть угодным тебе. אבל אני מתפלל, אבא, שאתה תעזור לנו. Но я молюсь, Отец, помоги нам. תן לנו עזרה משמיים. Дай нам помощь с небес. תן לנו לרצות אותך. Дай нам желание жаждать тебя. וללכת אחריך. И следовать за тобой. ותעזור לנו. Помоги нам. על ידי רוח הקודש. Посредством Святого Духа. יברך לך אדוני וישמירך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך. ויישם לך שלום. בשם ישוע המשיח. אמן.